Пусть я терпеть не могу, но это только политики или дурные люди могут говорить, младшая сестра, старший брат, такая чушь. Да будьте вы, ребята, здесь старшей матерью, а я буду вашим младшим сыном. Мне без разницы, как это называется. Это они сами там придумали, и кого это волнует? Кто когда-нибудь считал, что я тут приезжаю к младшей сестре, а старший брат? Понятия не имею, что такое. Киев вообще постарше будет, чем Москва, если честно. Если по истории. А Крым вообще не украинский, знаете, или не российский. Давайте, если будем честными, отдадим его татарам для начала.